В общем, короче, обзор на еще один такой наборчик. Lighting Jet Джея Эво. Это наборчик по ядро. Тут, типа, есть эволюция. Кстати, его буду открывать. Еще не вскрытый, прям полностью чистый. Правда, тут немного помятый. Ну ладно. Короче, погнали. Сейчас поведи фокус. Кстати, вы потом напишите в комментариях, какой фон для этого лучше. То есть, вот только где у меня коврик и вот такая звезда. Или где Лего Кастом и чисто это пустой стол. Ну, или можно и коврик, и звезда, и кастом. Ну, или вообще без ничего, просто пустой стол. Ну, вы потом решите. Ладно. Погнали, я его прям при вас открою. Опа. И теперь нужно его вроде вот так вот открывать, да? Ага. Так, открывайся. Я хочу его так открыть, чтобы не попортить коробку. Опа. Я уже вижу там голову Джея. Блин, как это открывать? Как это открывать? Все, понял. Да? Я так открываю? Да, я все так открываю. В общем, пакет с джем. Кстати, пронумерованный. Тут вроде бы все пронумерованы, да? Да. Пакет с джем и остальные пакеты. Давайте сейчас, наверное, соберу при вас фигурку Джея. Ну и посмотрим, что да как. Оп. Так. Голова. Маска. И ноги. Так, давайте сейчас вот это все уберем с кадра. И сделаем вот чисто вот так. Значит, фигурка Джея. В принципе, нормальная. Точно такая же, как и фигурка Ллойда. Кстати, у меня есть китайский Джей-ядро. Сейчас я его даже вам покажу. Сейчас. В общем, китайский J-ядро и вот такой вот оригинальный. Короче, сразу видите качество пластика. Ну, то есть, в 1000 раз хуже, чем J оригинальный. Ну, ладно. Сейчас я вам еще покажу инструкшн. И можно переходить к самому обзору набора. Так, вот инструкция. Ой-ой-ой-ой. Короче, на задней стороне, как обычно, Ллойд из фильма и 3D-моделька. Вот такие детали. Если кому надо, скриньте, смотрите, можете собрать. Так, 94 страницы. А, 96. 96 страниц сборки. Капец. Кстати, Россия тут не изображена, так как это... Да, наверное, вы знаете, нельзя бы перестали заводить в Россию. Рекламка всякая, как обычно. Ну и, в принципе, вот. Да. Короче, сейчас буду собирать, ну и вам покажу в конце. Да. В общем, значит, вот такой набор. Сразу Джею сделаю веселое лицо, потому что как бы мне такое больше нравится. Это, значит, самолет. Инструкцию. А, ладно. Тут куча запасных деталей. То есть, вот. Все запасные детали. Вот они, да. Значит, самолет. Джей убираем. В принципе, так-то он прикольный. Не помню. Вот, все. В принципе, так-то он прикольный. Вот тут кабина опускается, поднимается.
Только вот меня смущает стадия эволюции. Типа, вот это все у него не сразу появляется. У него даже стабилизатор не сразу появляется. Это все в стадии эволюции. То есть, пушки. В принципе, новая деталь пушек. Хорошая. Вот пока что это выглядит, ну, то есть, пока ты это не начал собирать в эволюцию, это выглядит как кусок кабины. Серьезно. Но когда ты это уже начал собирать в цельный самолет, то это как бы похож на цельный самолет. Да. Сейчас я вам даже покажу инструкцию, где... Короче, в этой инструкции есть маленький комикс. Сейчас я его вам буду показывать. Самолет в сторону. Джея тоже. Значит... запасные детали падают. Короче... Вот что-то самолет Джей орет. Он к нему бежит и летит на нем. Летит, 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 летит. В итоге потом... Где стадия эволюции? Сейчас, погодите. Вот. В итоге он летит. Вот у него шандарахает молния. И... Его самолет превращается в что-то более-менее похожее на него. А так-то сам наборчик... Ладно. Так-то сам наборчик прикольный. Типа, я хотел давно собрать самолет Джея из фильма, но как бы вот у меня уже появился самолет Джея, нафиг мне второй. Меня опередили. В принципе, сейчас проверим, как он сидит там, если он там вообще сидит. Кстати, у него вместо пульта управления просто один рычаг. Серьезно. Так, мне кажется, я понял, как он там сидит. Мне кажется, я понял злобную тактику леговцев. Да, я понял злобную тактику леговцев. Все. Так. Нет, не все. Но его так вот между этих. Руки в подлокотнике. Лицо ему нужно серьезно сделать. Сейчас, погодите. Сейчас, погодите. Сейчас, 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 сейчас. И вот так вот он в нем сидит. В принципе, не выпадает, только с чуть-чуть. Ну а так, в принципе, все хорошо, все нормально, сидит. Джигит. Блин, как бы его так показать? Вот. Вот так вот. Ну, ладно. Так-то он нормальный. Кстати, он еще стрелять умеет, но я сейчас не хочу ползать по всему полу, собирать эти сраные... Ладно, сейчас покажу, как он стреляет. Блин. Тут слишком прочный этот. Я боюсь сломать пушку так. Я такой пук. Ну ладно, он стреляет. Могу посильнее. Да, вот так. В общем, вот такой вот набор. В принципе, от Лего я все советую. От оригинального Лего. Ладно, а кому понравилось, лайки, подписки, колокольчики, в принципе, сами все знаете, уже большие.